Итальянские ученые намерены окончательно подтвердить либо опровергнуть гипотезу о том, что прообразом знаменитой Джоконды была Лиза Герардини. Знатная флорентийка, выйдя замуж, получила фамилию Джоконда. Предполагают, что именно эта женщина позировала легендарному Леонардо да Винчи. Сейчас исследователи собираются взять образцы останков людей, захороненных в фамильном склепе Франческо дель Джоконда, мужа Лизы Герардини. Они нужны для анализа. Наибольшую ценность для ученых представляет прах сына Лизы, поскольку работать они будут именно с мужской ДНК. Исследователи сравнят ее с ДНК трех женщин, чьи останки найдены в монастыре Святой Урсулы. Предполагают, что Лиза Герардини умерла в этой обители в середине XVI века и была там похоронена. Таким образом, перед проверкой возможного соответствия ДНК останков, найденных в монастыре, и ДНК живущих потомков, мы будем сравнивать их с ДНК останков, которые мы нашли здесь. Если прах одной из трех женщин из монастыря Святой Урсулы принадлежит Лизе Герардини, то ученые смогут восстановить черты ее лица. Тогда и появится возможность узнать, была ли жена Франческо дель Джоконда вдохновительницей Леонардо да Винчи, когда он писал свою «Мону Лизу».